27 августа 17 год, Харьков, Фельдман Экопарк. Так, чтобы сориентироваться, это у нас административное здание. Ну, конечно, не здесь, где орангутан борнейский, а сразу за ним. Это у нас планета Харьков. Глобус Харькова. Был он когда-то на университете, этот глобус, вспомнится. Здесь какой-то птичий базар. И базар не в смысле торговли, а в смысле активного разговора. Тварина может завдати травму. А что ж там за тварина? Руды вари. Нет, не возьмем мы рудого варя, в тенечек спрятался. О, а тут у нас Мишка. Да, сынок. Алло, говори. Алло. Привет. А, нечаянно нажал, ничего, давай. Медведь буры. Да, Мишка, конечно. В лесу с таким товарищем встретиться. Веселья было бы много. Можно оттуда пройти, посмотреть. Вот тут уже. А не, нельзя, там закрыто. Ну ладно. Валентин, с той стороны не пройдем 100%. Там вороги, пошли дальше. И этот ходит как тигр по клетке. Сейчас будем обходить. Ну такого и дома можно попасть. На спину у него. Яблочко ты можешь дать вам попугая. Вот такая у нас кошечка. Каракал. Кара — это черный. А дальше я не буду инсинуации разводить. О! Ну и в ковчег обнаружился, надо же. Кто бы мог подумать, где. Ох ты, маленький ты мой, как же ты с таким носом? Вот это да!
Ребята. Так, там живая музыка, там мы уже были. Там аттракцион за стеклом. Наверное, ничего мы не рассмотрим при такой солнечной погоде. А, вот это я помню. Желто-блакитный ара. Да где ж ты, не видать тебя. Да, в тенечке не видать. Смотри, голубой. Синя-желтый ара. Дверь открыл, пошел. Ара. Ну, прячется, прячется от солнца птички. Я их не сужу. Ух ты, мама дорога. Спряталась. Вот она, ты красавица. Да. Говорят, черная кошка перебежала дорожку к несчастью. Вот такая, если дорожку перебежит, так на дорожке и останешься. Да, обеденный перерыв, очевидно. Ну и там мы уже были. Вон что-то тоже кошачье. Африканский лев. Ага. Хоть как-нибудь, то там же круг. Белый был. Ой, мама, да вот он. Это просто караул. Ничего себе. Ой, это король.